девочка из детского приюта села в город в поезде одном. Поезд был обычного маршрута, у нее же путь в небесный дом. К дальнему купе подходит крошка, здесь свободнее, смотрит, где бы сесть. И ее сажают у окошка, лет ей было 5, быть может 6. Узелок при ней оттуда ушко, бархатное зайчье торчит, то ее любимая игрушка, с ней она играет, с ней и спит. Поезд долго шел полями хлеба, за окном лишь степь, да степь видна. Поезд, ну иди скорей на небо, девочка шептала у окна. Входят люди форменно одеты, слышится служебный разговор, просят приготовить всех билеты, и в купе заходит ревизор. Он идет, билеты проверяет, их купе кончается вагон, детского билета не хватает. «Чей ребенок?» — спрашивает он. Смотрят все недоуменным взглядом и молчат, не зная, что сказать. Думали, в вагоне где-то рядом едут с ней ее отец и мать. Ревизор к ребенку обращает свой вопрос: «Ты с кем? Где твой билет?» Девочка спокойно отвечает: «Дядя, у меня билета нет. Я одна на небо еду к маме. Мама будет там меня встречать». Дядя удивленными глазами смотрит на нее, с чего начать разговор с ребенком о билете. Сел с ней рядом, начал говорить: «Девочка, и взрослые, и дети на земле всегда должны платить. Дядя, этот поезд ведь небесный, за меня Иисус уж заплатил. Моя мама часто пела песни про него, пока хватало сил. Мама все болела и лежала, а когда уж не могла вставать, перед смертью мне она сказала, что меня на небе будет ждать. Вы со мной хотите в небо, дядя?» — вопросили детские уста, и в вопросе том и в светлом взгляде поняли в купе тот зов Христа. Как посланник неземного мира был ребенок этот среди них. Ревизор и господа, и дамы не скрывали набежавших слез. Голосом глухим, заметной дрожью, ревизор лишь смог произнести: «Мы туда, дитя, поедем позже, а пока придется нам сойти». Взрослые и юные, внемлите, к вам звают эти голоса. Верьте во Христа и заходите в поезд, что идет на небеса. Слава Богу. Аминь.